ты еще, мать его, кто такой? Смотрите, он смотрит на меня. Охренеть! Амадей, это босс! Перворожденный, это перворожденный, боже мой! Добро пожаловать в игрушку Стрейдинг. С вами канал Дариди, и мы продолжаем играть. У нас вторая серия. Мы сейчас находимся в логове Трои. Это место, где Ахилл и Гектор копят всякий мусор, собранный в странствиях. Покиньте логово, добравшись до верха, или дождитесь перерождения своей плоти, удерживая правую кнопку. А, я могу до верха добраться, да? Ну-ка. Ну-ка, давай, ну, встань. Я уже забыл, как играть, слушай. Так, вот, ага, понятно. Так, схватиться, надо схватиться. Он сейчас взорвется, ё-моё. Так, а вот я схватаюсь. Отлично. А можем также шляпу, видимо, одеть. Раз, два, три, четыре, пять. Да, отлично. Нас выплюнули. А назад в логово нельзя попасть? Так, ну ладно. Сейчас я немножко вспомню. Рука, 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 рука. Давай, давай, давай. Не ори ты так. Я точно туда еду? Кажется, да. О, привет. А, боже мой, это что такое было? Что, мать его, это такое было? Катимся, 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 катимся. А где я нахожусь, собственно говоря, я не понимаю. О, крыса, боже мой, вы посмотрите, как у нее много глаз. Да ты издеваешься. У меня руки застряли. Эй, а чё она прыгает? А вот эти нормальные крысы уже. Это одна какая-то была странная. Вот, я знаю, нам сюда. Нам по-любому сюда. Она кусается, кусается, мать его. Они кусаются, ребята. Не, вы видели это? Вы это видели? Да иди ты в задницу. Я поймал ее. Я поймал крысу. Зачем? Мне, правда, это я не знаю. Давай, давай, давай. Раз. Да капец какой-то. Раз, два, давай, давай, давай. Иди в задницу. Да это невозможно. А-а-а, прям за палец. По-моему, я не протиснусь, ребят. Я не протискиваюсь. Я думаю, мы так не пройдем. Вот засранцы, они кусаются. Давай. Тут надо аккуратно. Падаем, падаем, падаем вниз. Так, ну-ка. Можем, по идее, поверху. А может быть, там и надо поверху, слушай. Может быть, там пасхалка будет какая-то. Капец, да... А ты шутишь. Да что ж вы кричите-то? Пошла в задницу. Не в мою, у меня вообще ее нету. Движемся. Уху! Куда я? Куда я падаю? Боже мой! Где я? Чекпоинт! На меня глаз смотрит. У меня фингал. Какого черта у меня фингал? Да хватит меня кусать. Так, как переродиться? Как руку... Так, хорошо. Отлично. Поползли. Более-менее уже научились. Ползем. Ползем. Сюда, давай, давай. Раз, два. Да ёшкин, матрёшкин. Там крысы, мать его. Я боюсь их. Странно, что они меня не боятся. Да, харе. Ребят, их много. Капец, они кусаются еще. Давай, давай, давай. Раз, два, три. Да боже мой, какая криповая игра. Да это уже больно. Пошла в задницу. Так, светлая это левая, коричневая это правая рука. О боже мой, у меня клаустрофобия, ребята. По-моему там, вы слышите это? Вы это... По-моему, там много крыс. Распутывайся. Так, ну все, я более-менее научился. А, охренеть, вон они, ребята! Да ты шутишь, что ли? Ой!
Ой! Ай, не кусайте! А! Шпоньк. Ладно. Боже мой, я добрался до этого места. Раз. Два. Три. У, я прошел, я прошел. Катимся, катимся, катимся. Да ты серьезно? Да ну нет! Капец! А, я отсюда! Спасибо, я отсюда начинаю. Быстро, быстро, быстро катимся, их слишком много. Ё-моё, ёлки-палки, ребята. Быстрее, быстрее, быстрее. Раз. Давай. Два. Давай, 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 давай. Рука, мать его. Да рука застряла. Они меня загрызли. Ладно, схватились. Покатились. Покатились, быстрее, быстрее. Надо выиграть, выиграть время. Раз. Главное не запутаться в руках. Два. Три. Давай, четыре. Катимся. Вниз. Давай, давай, давай. Катись, катись. Молодец. Давай, боже мой. Я не хочу быть съеден заживо. А, они сыпятся. Их слишком много. Боже мой, их просто дофига. Какой гений придумал эту игру? Охренеть, откуда тут много крыс? Ой-ой-ой, наверх надо, да? Наверх, быстрее. Схватись. Одной рукой. Давай, раз. Да ё-моё. Два. Три. Раскачивайся, раз. Два. Три. Давай, последний раз. Давай, 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 давай. А куда здесь? А какого черта? Боже мой, как же их дофига. А куда надо? А если в другую сторону пойти? Там что-то должно быть, я думаю. Давай, давай, давай. Там шляпа, там шляпа. Зачем она мне? А все, я одел. А вот надо руку оторвать. Не ту оторвал. Зато я шляпу взял. Мы знаем теперь, где шляпа. По идее, она у меня должна появиться в инвентаре потом. Давай, давай. Но это сложно со шляпой еще уйти. Так, это мы не можем взять. Давай, давай, давай. Раз. Два. Три. Нет, не так, не так. Да ну ты шутишь, что ли? Капец. Так, давай, хватайся. Давай, 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 давай. Да ну почему так все плохо-то? Ну ты можешь схватиться нормально, давай. Раз, два, три, четыре. Я не могу, ребята. Так, давай попробуем. Ну-ну-ну. Вроде получилось. Раскачиваемся. Еще разок. Раз. Два. Рука, 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 рука. Да блин, тут быстро надо. Так, теперь раскачиваемся. Молодец, молодец, молодец. Поднимайся. Ползи, ползи, ползи. Давай, молодец. Раскачиваемся. Я не успею! Я не успел, просто тупо не успел. Так, все, мы здесь, ребят, мы здесь. Хватайся, хватайся, хватайся. Раскачиваемся. Давай еще разок.
Раз, есть, давай, 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 давай. Два. Давай, три. Оба. Раз. Два. Хватайся, хватайся, хватайся. Да я почти, ребята, справился. Но рука застряла, мать его! Давай! Давай, давай, давай! Блин! Боже мой! Дайте контрольную точку! Все! Я упал! Да, 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 да! А крыло удаления отходов. Ху-ху-ху. Я не знаю, ребятки, по-моему, дальше будет вообще задница. Мне кажется, там будет что-то интересное. Может быть, шляпа новая? Раз. Боже мой. А, мне надо управлять штукой какой-то? Да ты шутишь. А, я должен себя переместить, я так понимаю, да? Во-первых, надо сесть, наверное. А, вот, все, все, все. Едем, едем. А, магнит тянем. И что толку? А, это магнит работает. Все, выключим, выключим. Все, я понял, сначала надо... С другой стороны. Да-да-да. Сначала мы туда его тянем. Я понял. Сейчас все сделаем. Фу, идеально. Я на кресло сел. Отлично. А, вот эту штуку. Подожди. Стой, 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 стой. Другой рукой. Все, присосали. Так... Назад сядь. Да это не так легко. Сядь давай в кресло, ё-моё. Давай. Ай. Все, тянем, тянем, тянем. А, или типа вот эти дыры надо закрыть, да? А, да, чтобы я смог дойти потом. Это гениально. Вот это разум, я понимаю. Так, одна есть, но этого недостаточно. Назад, 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 назад. Назад, назад, назад. Так, а... Ну сядь ты на кресло это. Какой непослушный. Давай, 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 да, 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 да. Почти идеально. Ну сядь ты в грёбаное кресло. Вот, все. Так, отлично. Теперь немножко, немножечко. Вот так, вот так. Все, опускаем. Тут тоже вроде нормально, да? Более-менее. Я думаю, тут мы доберем... Да нет. Назад. Все, пускай так останется. Так, теперь едем за следующим. Вот тут надо сюда что-нибудь еще положить. А, подожди, а может быть... Может быть, с помощью магнита? Вот там, наверное, проще будет.
Так, короче, я понял, я понял. Ну, тут было бы проще. Ладно, я придумал. Давайте оставим все как есть, а вот здесь оставим магнит. Так, нет, ребят, нет, все-таки давайте, давайте вот этот заберем. Это будет более правильно. Капец, это сложно. Нафига я связался с этим? Сейчас порвется веревка. Видели, куда она полетела? Офигеть. Боже мой, короче, хрен с тобой, давай пробовать. Назад, 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 назад. Так, немножко подтолкнем. Ну вниз опусти. Вот эту вниз отпусти, да-да, давай. Кнопку нажми! Короче, хрен с тобой. Давай сделаем как есть. Так, идем сюда. Надо опустить вниз. Так, максимально опустили. Блин, я не знаю, что с этого получится, но давайте пробовать уже. По идее, вот тут надо было перелезть с помощью магнита. Ну попробуем, я не знаю, достану я или нет. Так. Отлично. Давай, давай. Раз, два. Раз, два, взяли. Отлично. Отличненько. Ма. Ма. Давай, 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 давай. Так, надо с разгону. Давай, 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 давай. Почему они железные? Дядя, что ты там бормочешь? Ну почти. Подобей, давай, 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 достань. Да капец какой-то. Да-да-да. Рука, рука, рука. Ну давай. Да ё-моё, я же достал. Ой-ой-ой. Попробуем с другой стороны. Давайте вот так попробуем. Вот, хорошо, хорошо. Да, мы можем раскачаться, отлично. Сейчас мы раскачаемся. Два, вот так, раз. Отлично, отлично, ребята, сработало. В смысле? Так туда не надо было падать? По-моему, надо было. И? Да, все правильно, все правильно. Боже мой, это больно?
Глава 1, шахты ошибок. Шахты ошибок. Ну, я не знаю, давайте пройдем, попробуем шахту ошибок. И на этом можно закончить. Чекпоинт это надо, да, надо. Отлично. Раз, два, три. Раз, два, три. Какая-то бочка. Но мы справимся. Нам наверх. Давай, 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 давай. На ёлку. Раз, два, три, раз, два, три. Тихо, 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 тихо. Отлично. Ну уже. Давай, давай, давай. Вот, хорошо. Я хочу попробовать лампочку взять. Давай, 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 давай. Раз. А, нельзя, да, ее? Ладно, падаем вниз. Падаем, падаем, падаем. Молодец, молодец. Ой, боже мой, прости, мужик! Я не хотел! Он что-то, наверное, исследовал. Я его случайно скинул. Я же добрый. Ать. Вот так вечно добряки делают все хуже. Хотя хотят как можно лучше сделать. Так, там ничего нету, да? Идем наверх. Это не так легко, как может показаться. Там чекпоинт какой-то. Как я до туда доберусь? Так, ладно, я думаю, надо с другой стороны обойти. Давай, давай, сюда. Я придумал, через верх. Вот. Отлично. Ай! Это надо быстро сделать. Тихо, 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 тихо. Ладно, я понял. Вот, хорошо. Нет, голова! С самого начала? Да вы шутите, что ли? Так, ребят, а зачем мне вообще, собственно говоря, на эту сторону? Я не понимаю. Я вот сейчас на этой стороне. По идее, нам не обязательно, да, сюда идти? Ой, я чуть не упал. Я же поверху мог. Ну куда ж ты? Да, блин, тут рука путается. Так-то проще. Все-таки нам, я так полагаю, надо в тот узкий как-то проем пробраться. Вот в этот. Я не представляю, как. И? И как это мне поможет? Вот! Получилось! Да! Чекпоинт. Хорошо, что тут был чекпоинт, боже мой. Тут надо как-то за знак зацепиться. Хотя, знаете что? Зачем нам этот знак? Мы же знаем намного проще способ. Тут можно через верх. Так, другое дело. Покатились. Раз. Ой-ой-ой-ой. Ну зацепись ты. Давай. Нет! Я успел! Успел, 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 успел. Отлично.
Нет, нет, ну почти что. Я живой! Я живой! Я немножко ранен, но я живой. Как протиснуться, я не понимаю. Давай, давай. Как же это сложно. На меня кто-то смотрит, ребят, смотри. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Отлично. Ну, 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 давай, давай, давай. Неужели я протиснулся? Боже мой, это сложно. Пещера номер два. Ладно, продолжаем пока. А там что такое? Можно зацепиться? Может, тут что-нибудь есть, слушай? Вроде ничего. Так, ладно, давай. Чекпоинт. Зайдем в чекпоинт. Отлично. Раз, два, три. Раз, два, три. Да ё-моё, ну почти. Отлично. А, они исчезают. А зачем нам пробки? А! Заткнуть! Все, я понял, я понял. Нам две нужно, да? Кто-то поет. Так, все, мы взяли. Раз. Два. А, боже мой, тут... Как же сложно тут. Ой! Назад, 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 назад. Не трогай ее, не трогай. Да ты возьмись уже, наконец. Давай, давай, давай. Отлично. Неплохо. Это еще что такое? А, тут наоборот надо достать. Тут надо достать пробку. А потом назад воткнуть, наверное. Боже мой. Я что, в задницу? Это что такое? Это анал был? Задница? Ты еще, мать его, кто такой? Смотрите, он смотрит на меня. Охренеть. Амадей, это босс. Перворожденный, это перворожденный, боже мой. И что мне делать с ним? А это сердце его, да? Так, поэтому надо все откупорить. А где я? А как, подожди, как управлять? А вот, я взял. А, я должен кидаться, я должен кидаться, все, я понял. Теперь кидаем. Да-да-да-да-да, отлично. Я должен ловить их. Ладно, прикольно. И куда? В другую сторону. Ладно, я понял. Вот сюда. Пу. Куда он? Я придумал, вот сюда. Отлично. Отлично, ребят. Боже мой, это просто какое-то безумие.
Вот сюда. Ловим. Попали в сердце. Боже мой. Мы зуб выбили, зуб выбили. Ей. Отлично, ребят, зубы выбили. Опять куда-то попали. Когда это закончится-то? Так, разгоняемся и кидаем. Не могу попасть. Попал! Найс! Попали. Так, пузырь лопнули. Слушай, прикольно, мне понравился босс, классный. Кидаем. Да, ха-ха, запело. И где я? А, вот он. И куда? Куда? Все, поймал. Все, более-менее научился ловить. Дай. Не долетает, мать его. Ладно, давай отсюда. Поймали. Сейчас мы закинем. Да ё-моё, нет, а как тогда? Все-таки через правую руку надо, через правую. Сейчас попробуем сюда закинуть. А, не поймал. Все, надо правой рукой ловить. Все, я понял. Все, поймали. Закинули. Хорошо, попали. Так, этого недостаточно, что ли? Еще разок надо попасть. Ё-моё. Так, сейчас попадем. Раз, два. А так можно второй раз? А, не поймал. Блин, это сложно. Но опять ты сюда, капец. Так, тут мы все взяли уже, по идее. Можно попробовать отсюда кинуть. Тут мы в сердце попадаем, да? Да, попали. О, хорошо. Да ё-моё. Сейчас мы раскидаемся. Попали! Да, победили! Серьезно? Нет. Так вот она задница была. Офигеть. Боже, мне совсем хреново. Новое благословение бога отродии. Дистанционные руки. В смысле? У меня новые возможности появились? Метаболизм отрое подвиг...
подвергся биологическим мутациям. Теперь у него есть способность инстинктивно отделять конечности от тела и управлять мышцами дистанционно. Вау! Отделенные конечности скукоживаются и погибают, если уползают слишком далеко. Давай проверим. Эта новая мутация привлекла пристальное внимание пара глаз, которые будут следить за каждой рукой Трои, отображая ее в зрачках. Ну-ка. Так, L1, чтобы отделить левую руку и правую. Вот я отделил и R2. И зачем? Ну, отделил. Только зачем мне это надо? Как видите, трое без рук настоящий апофеоз практичности. Так, ну продолжим. Достаньте отделенно левой рукой до одного из, как бы это правильно назвать, ротовых узлов. Ну, давай попробуем. Левая, да? Это правая. А, вот, ротовой узел. Ну, я ж достал. Или другой? Ладно, давай другую руку. Раз. Два. Три. Как видите, по этим глазам, налитых кровью, мутации могут адаптироваться к определенным ситуациям и приносить пользу. Пока вы находитесь рядом с ротовым узлом, поиграйте в доктора Франкенштейна и вставьте в него левую руку, используя L2. L1. В смысле? А, и все, он меня поймал. И теперь правый также, да? О, я могу управлять. Вы можете использовать эти узлы для преодоления различных препятствий. Отдельные руки присоединяются к ним. Так, отдельные руки, присоединенные к ним, могут действовать на большие расстояния от тела. А, можно сразу рук много сделать, да, потом, видимо, кидать я могу себе. Мутация по ситуации, если ваша левая рука присоединена к узлу плоти, повторно используйте L1, чтобы отделить ее. И R1 также. Так, восстановите физические дееспособности. Окей. Удерживайте, когда будете готовы продолжить паломничество боли Троя. Уничтожьте приблизительно 7,5 триллионов клеток Трои в секунду. А, я могу взорваться, да? Так, в общем, отсюда, ребятки, мы начнем следующую серию. По-моему, была насыщенная интересная серия. Постреляли босса, это было прикольно. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, пишите комментарии. Всем до скорого, пока-пока. С вами был Даридди. Да, ребятки, всем друзьям говорите о канале, потому что это крутой канал. Мы будем все игры до конца проходить. Я буду стараться. Уже много мы что прошли. И мы продолжим это, продолжать этим заниматься. Да, вот так.